Топ фирмы EOLA, номер модели 1677, топ полуприлегающего силуэта. Он с своеобразным вырезом горловины и полочка топа с нагрудными выточками. Топ не светится. Также полочка топа двойная. И ткань не тянется. Топ на приточных бретелях из отделочной ткани, и бретели завязываются. По спинке также V-образный вырез горловины, и спинка ровная без швов. Если вам понравилась данная модель, вы можете заказать ее на нашем сайте nashamoda.by.